I'm foolish. Maybe I'm blind. Thinking like this, the truth is, see what's behind. Could you matter, prove this? Maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Thinking, look in a mirror, how do you see? Look in a mirror, all do you see? What you believe? But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Давай. Прошу проходить тройку лидеров. Сотня, садитесь. Все три суперфиналиста выступили. Сейчас мы узнаем результаты участника, который набрал наименьшее количество голосов, а значит, занял третье место в финале нашего сезона. Третье место занимает... Арпи Абкарян. 72 голоса. Арпи, мы поздравляем тебя с этим прекрасным результатом. Вся сотня аплодирует тебе. Дорогая сотня, дорогие телезрители, вы хотите узнать имя победителя? Да! Я не слышу вас! Да! Мы вернемся к вам после рекламы. Сегодня вы хотите услышать имя победителя? Я приглашаю на сцену Сюзанну и Софию, а также лидера сотни Сергея Лазарева. Прежде чем мы объявим имя миллионера и победителя сезона в одном лице, я хочу поблагодарить всех наших экспертов за третий сезон. Ребята, вы были великолепны! Эти аплодисменты вам! Простите, что лидер не хлопает, он держит кубок. И я благодарю, конечно же, лидера сотни Сергея Лазарева. Ты был, есть и будешь на высоте, и твоя сотня с тобой парила в этом невероятном пространстве музыки. Поаплодируйте своему лидеру! Спасибо, Коля, спасибо, сотня. Друзья, это был блистательный сезон, правда. Мы были дружны, как никогда, с вами. И меня это очень радует. Я уже скучаю, заканчивается сезон, а я уже мыслями в четвертом сезоне. Дай бог он случится. Спасибо каждому из вас. Я вас очень люблю и благодарю вас. Посмотрите, какие у нас финалисты потрясающие. Это ваша работа и заслуга. Спасибо вам. И давайте от всей души поблагодарим Николая Баскова, нашего потрясающего ведущего. Коля, ты блистателен. Спасибо тебе за юмор, за эмоции и за то, что ты такой потрясающий. Коля!
Ребята, только на вашей любви и энергии я справляюсь, правда. Вы мой наркотик. Наконец-то пришло время узнать, кого эксперты на стене выбрали победителем, а кого вице-чемпионом. Я не знаю просто. Вы готовы? Да! Покажите результаты! Победительницей сезона, третьего сезона «Ну-ка, все вместе!» и получает сертификат на 1 000 000 рублей! Спасибо огромное! Кубок твой, 1 000 000 твой, любовь всей страны тоже твоя! Спасибо огромное! Я реально не знаю, что мне сказать, впервые в жизни. Я очень благодарю. Будь счастлива, долгого тебе творческого пути. У тебя потрясающий голос, у вас потрясающие голоса. Вы действительно достойны обе победы. И самое главное, заметьте, разрыв был очень маленький. Очень. Вы просто наслаждение. И мы горды, что у нас такие победительницы. Эти аплодисменты и вице-чемпионки тоже. От нашего информационного партнера, радиостанции «Новое радио», победителя награждает ведущий эфира Кирилл Калинин. Сегодня, конечно, был крышесносный финал от радиостанции «Новое радио». Мы дарим победительнице сертификат на создание оригинального сингла и его ротацию в эфире «Нового радио». Это слава богу, что у нас будет... огромное. Еще больше таких талантливых людей на нашей эстраде. Этот сертификат твой. Поздравляю. Спасибо. Давайте Арби тоже поаплодируем. Конечно, все вместе. Это общий праздник. Вы все заслужили громких оваций и аплодисментов. Стойте еще раз аплодисменты всем участникам. И нашим суперфиналистам. Третий сезон – это маленький юбилей. Он был полон сюрпризов. Эти сюрпризы не заканчиваются. Помимо 1 000 000 рублей, которые мы уже вручили победительнице, все суперфиналистки получают денежные призы от нашего спонсора. Тинькофф Банк поздравляет всех участников третьего сезона и желает им не останавливаться на достигнутом. Обладатель третьего места получает 250 тысяч рублей на карту Тинькофф Блэк, а серебряный призер 500 тысяч рублей. Победительница третьего сезона «Ну-ка, все вместе!» Тинькофф Банк вручает карту Тинькофф Блэк суммой 1 000 000 рублей! Ну что ж, сотни, сейчас вам придется очень долго аплодировать. Я приглашаю на сцену всех финалистов нашего шоу третьего сезона. Ну-ка, все вместе, давайте их поприветствуем. Спасибо за блистательный третий сезон. Всем участникам, всем нашим телезрителям, мы счастливы, потому что вы поете вместе с нами. Давайте еще раз споем финальный гимн нашего проекта. Ну-ка, все вместе!